Еще 131 ставропольец излечился от коронавируса. Общее число выздоровевших превысило 65,5 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. Продолжается тестирование для выявления новых фактов заражения. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 351 жителя края. 20 пациентов скончались. Сдержать распространение коронавируса поможет вакцинация. Важно соблюдать и меры профилактики. Ставрополь капитально ремонтирует здание гимназии номер 3. Как сообщает горадминистрация, образовательное учреждение входит в список объектов культурного наследия регионального значения. Здание обновят стены и потолки, сохранив старинную лепнину. Работы проходят в рамках краевой госпрограммы развития образования. Сразу в трех селах Труновского округа специалисты отремонтируют дороги. В общей сложности в надлежащее состояние приведут 9 километров полотна, сообщает Управление по информполитике правительства Ставрополя. Работы проведут по краевой программе развития транспортной системы. В станице Мариинска Кировского округа капитально отремонтируют участковую больницу. 70-летнее здание, в котором лечится около 10 тысяч жителей, ни разу не обновляли. Специалисты уже заменили кровлю, окна и двери, выполнили внутреннюю и внешнюю облицовку стен. Капремонт проходит благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения в Ставропольском крае. В Минеральных водах установят новое учебное оборудование в 4 школах. Учреждения получат ноутбуки, компьютеры для управленческого персонала, многофункциональные устройства и интерактивные комплексы. Оснащение школ новейшей техникой завершится до конца года. Оно проходит в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта образования.